Эта зима была по-настоящему богата на осадки. За день выпадала недельная, а то и месячная норма. Поэтому вероятность прихода большой воды очень велика. Чтобы не допустить подтопления, коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме. Очищают улицы от снега, прочищают ливневые канализации. На борьбу со снежными завалами вывели около 300 единиц техники. Это 20 предприятий. Жалоб и пожеланий на пульс сервиса центра Айкомек поступает очень много. По всем коммунальщики будут реагировать, но в порядке очереди. Отдаленные районы города тоже не оставят без внимания. Сейчас у нас начались противопаводковые мероприятия, в рамках которых во всех отдаленных частях города, это микрорайон Рабочий, Подгора, Зайсан, весь жилой сектор убирает снег. С 15:00 начинают до утра. Они убирают все улицы жилого сектора. Это первые, где большой поток машин, главные улицы, и остальное уже проулки и так далее по очереди уже.